Оперативное совещание, прошедшее на базе Брестского управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, подвело последнюю черту в итогах работы представителей ведомства в 2014 году. В ходе мероприятия были заслушаны доклады руководителей подразделений, а также структур, сотрудничающих с ведомством. В целом, показатели, с которым эксперты подошли к концу года, довольно высокие. В прошлом году органами Госкомитета Брестской области выполнено 40 344 экспертизы. 321 постановление по различным причинам возвращено инициаторам назначения без исполнения. Наибольшее количество экспертиз проведено в аппарате управления, 42% от общего количества. И Барановичском межрайонном отделе. Перечень видов деятельности, которые сегодня занимаются представители управления Государственного комитета судебных экспертиз, довольно велик. Дактилоскопическая, химическая, компьютерно-техническая, трассологическая, генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы проводятся в ведомстве регулярно. Проверить сомнительную банкноту на подлинность, провести проверку идентификационных номеров своего автомобиля, определить наличие или отсутствие в составе вещества, наркотических или психотропных компонентов. И это не полный список того, чем каждый день занимаются эксперты. Их работа неразрывно связана с деятельностью смежных служб, со многими из которых сегодня налажен тесный диалог. Взаимодействие строится и в плане проведения совместных учебно-методических мероприятий, но также основное – это работа уже начиная с мест происшествия и в целом на протяжении всего процесса доказывания. Только объединив усилия следователей, экспертов, сотрудников органов дознания, прокурорских работников, мы можем получить максимальный результат, установить обстоятельства дел, защитить интересы людей. Несмотря на довольно небольшой период работы ведомства, управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области сегодня – коллектив настоящих профессионалов, которые справляются со своими обязанностями, постоянно повышая уровень знаний и умений. А работа ведомства была и остается актуальной и важной. На протяжении нескольких часов правоохранители и представители комитета обсуждали насущные вопросы. Итогом работы стали планы на ближайшую перспективу, которые и определяют стратегию деятельности на 2015 год. В прошедшем году нам удалось переоснастить ряд направлений новым современным оборудованием, опять-таки касаясь борьбы с наркотиками. У нас сейчас все области могут делать исследования наркотиков синтетических, так называемых спайсов и так далее. В этом году начинаем уделять внимание, продолжаем, скажем правильнее, уделять внимание исследованию ДНК. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.